Здравствуйте, в эфире телеканал «Арис Новости», меня зовут Владимир Антошкин. Сегодня по всей стране подводят итоги голосования. В нашем городе, помимо депутатов Федерального собрания Государственной Думы, избрали и депутатов Совета городского округа Кумертау. В 8 часов утра все участки в нашем городе открыли свои двери для первых избирателей. За самыми дисциплинированными наблюдала Айгуль Мухаммедшина. Избирательный участок номер 458 находится в селе Маячный. По списку здесь зарегистрировано 2018 избирателей. Члены комиссии и наблюдатели приступили к работе задолго до открытия участка. Согласно правилам, были проверены, затем опечатаны урны и переносные ящики. Ровно в 8 часов председатель комиссии Евгений Ульянов объявил об открытии избирательного пункта. Прошу занять свои места. Время 8:00. Участок номер 458 объявляется открытым. День голосования здесь начался со звучания гимна России и Республики Башкортостан. К открытию избирательного участка собралось порядка 6 человек. В основном люди торопились на работу. Тем не менее, пришли проявить свою гражданскую позицию. В числе первых избирателей Виктор Дудин. Мужчина говорит, что пришел голосовать перед тем, как идти на работу. Стараюсь голосовать, потому что у меня дети, внуки есть. Чтобы лучше было жизнь, надеемся. Чтобы дороги были хорошие, особенно Маячные. С утра решила исполнить свой гражданский долг и Татьяна Дружинина. Хочется, конечно, чтобы жизнь наладилась, чтобы лучше всем жилось. Для этого и ходим. Маячинцы всегда проявляли активность на выборах. Вот и на этот раз в течение первого получаса проголосовало порядка 30 граждан. Причем люди шли разного возраста. Многие приходили голосовать семьями с детьми. Конечно, на самое лучшее надеемся. Надеемся, что наша Россия вообще будет процветать и будет вообще в нашем мире все прекрасно. И хотим, конечно, чтобы был самый главный мир. Самое главное. А все остальное для нас депутаты сделают. Мы надеемся на это, мы верим в это обязательно. Видите, пришли даже с будущим поколением. Так что вот с внучатами ходим голосовать. Потому что верим в это во все. Первый раз голосовал Виталий Смирнов. Председатель комиссии Евгений Ульянов поздравил молодого человека с важным событием в его жизни и вручил памятку от Центра избиркома. От всей комиссии поздравляю вас с вашими первыми выборами. Вы проявляете свою гражданскую позицию и продолжайте делать так дальше. В интервью молодой человек отметил, что был готов делать свой выбор, поэтому было несложно в списках найти нужную ему партию и кандидата. Я считаю, что каждый человек должен высказывать свою гражданскую позицию. А то, что молодежь проводит такую сейчас политику, то, что все за них выбрано, это неправильно. И каждый человек должен делать выбор, чтобы его голос был услышан. Вся работа избирательного участка находится под контролем наблюдателей от различных партий. В целом они отметили хорошую организацию работы. Нарушений не выявлено. В целом обстановка, как видите, довольно-таки спокойная. Люди приходят, голосуют. А по поводу нарушений, никаких, в принципе, особых нарушений мы не заметили. Если какие-то были замечания, то они все были выполнены председателем комиссии и членами комиссии. Все, в общем, в порядке. На данный момент нарушений не наблюдается. Обстановка спокойная. Председатель участковой избирательной комиссии отметил хорошую активность избирателей и доброжелательную атмосферу выборов. Всегда надеемся на максимально большую явку, чтобы каждый житель села пришел и проявил свою гражданскую позицию, сделал свой личный выбор. На явку, конечно же, надеемся, что будет очень много. В день выборов выдалась пасмурная и дождливая погода, но это не повлияло на явку избирателей. Количество голосующих осталось примерно на уровне показателей предыдущих лет. Так, к полудню свой гражданский долг на этом участке исполнили около 350 человек. В самом же городе в числе первых избирателей на участок для голосования прибыл глава администрации Борис Беляев. Материал Константина Меркушева. С самого утра жители города начали приходить на свои избирательные участки. Одним из первых отдал свой гражданский долг глава администрации Борис Беляев вместе со своей супругой. Ну, я всегда стараюсь рано приходить, стараюсь рано выходить на работу и стараюсь рано работать. Поэтому для меня это очень важно прийти одним из первых и отдать свой долг своей родине. Мы видим, что наши кумертаусы идут голосовать. Единственное, что с погодой немножко не повезло. Но уверен в том, что наши люди, наши земляки, кумертаусы придут и отдадут свой голос за ту или иную партию, за того или иного кандидата, которого симпатизируют. Я уверен в том, что мы
как бы сказать, выберем тот состав Государственной Думы и тот состав Совета городского округа, который будет работоспособен и с которым будет легко работать на благо нашей страны и нашего города. Ну, с каким настроением что-то? Настроение хорошее, настроение замечательное, бодрое. И мы всегда с уверенностью смотрим вперед. Что же касается явки избирателей, то в единый день голосования ближе к 10 часам утра на участке номер 434 проголосовало порядка 100 избирателей. Считаю, явка вполне удовлетворительна. На данный момент, при данной погоде, это вполне хорошая явка. Основная явка будет ближе к 12 и после 12. Молодежь обычно появляется только после 2 часов. Как обычное явление, с утра любит спать. На каждом участке находятся наблюдатели с каждой партии. Именно они осуществляют наблюдение за деятельностью избирательной комиссии. Смотрим, наблюдаем за всеми. Главное, чтобы ничего там не подложили. Вот это все наблюдаем. И будем здесь до конца. И протокол чисто сами все штаб относим. Ну, вообще, пока чисто проходят выборы? Да, пока чисто. То есть никаких замечаний нет? Нет, пока нет еще. Ну, все сразу, все замечания или что-то сразу все. Мы передаем штаб также все, и там уже решается вышестоящими людьми. По словам председателя Анатолия Николаевича, в этом году избирательная кампания, как и всегда, проходит на высоком уровне. Пока никаких нарушений замечено не было. Члены участковой комиссии и наблюдатели, которые здесь присутствуют, достаточно активно принимают участие. Во всех вопросах участковой комиссии не мешают, наоборот, помогают по мере своей возможности, следят за порядком и так далее. Во всех отношениях я пока, я считаю, удовлетворительно. Даже можно говорить хорошо. Как мы сами убедились, жители приходят на голосование, осознавшие до конца, что будущее в их руках, и именно сейчас они должны сделать этот выбор. Настроение хорошее, бодрое, потому что выбрать, так сказать, будущее для себя, для своих детей. Ну, во-первых, это, мне кажется, долг каждого гражданина, чтобы, потому что мы живем в этой стране, мы должны сами делать будущее этой страны и настоящее. Чтобы будущее свое определить. Как нам жить дальше, как быть, как исполнилось время идти голосовать. Постоянно хожу. Сама была в избирательной комиссии много лет здесь, в городе. Большая посещаемость была замечена во дворце угольщиков. На 2 избирательных участка к 11 часам дня проголосовало около 600 человек. Правильно, неправильно, но проголосуем. Довольны они нами, недовольны, тоже не знаем. Какие надежды возлагаете вот на новых депутатов? Ну, хотя бы подняли маленько, действительно, цены хоть не прибавляли бы. Хоть некоторым вот, ну, мне ладно, хватает пенсии. Все же как и ветеранские какие-то. Я работала вот, на брикетной, на угольной промышленности. Все же мне пенсии вроде ничего, пойдет, для меня хватает. А некоторые вот получают очень маленькую пенсию. Хоть малечко подняли бы. Ну, конечно, слишком не надо баловать. Избирательные участки работают до 8 часов вечера, после чего состоится подсчет голосов. И уже завтра будут объявлены результаты голосования. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». На каждом избирательном участке за процессом голосования следили наблюдатели от партии, чтобы выборы прошли честно и правомерно. Для тех, кто не смог посетить участки по состоянию здоровья, были организованы голосования на дому. В минувшее воскресенье 26 избирательных участков Кумертау открыли свои двери. С 8 часов утра корзины и бюллетени ожидали своих избирателей. На участках города работали члены избирательных комиссий и наблюдатели, призванные следить за правильным проведением процедуры голосования. Кто-то, если смотрим, людей много, мы наблюдаем около урн, чтобы не было столкновений, чтобы не было сбрасывания лишних бюллетней. Вот. Так, следим. Смотрим за кабинками, чтобы не было там тоже всяких манипуляций. Активность очень высокая. Уже с 9 утра уже начали приходить люди. В 11-12 был пик. Там очереди были большие желающих. Но что мы отметили, в основном с утра идут и сейчас, в основном идут жители вот, от 40 и старше. Молодые идут редко. Как было отмечено наблюдателями от партии, серьезных нарушений на участке не произошло. Но без некоторых замечаний к избирателям все же не обошлось. Подходил там муж с женой, заходили в кабинку. Мы говорим, так невозможно, надо заходить по одному. Потом были еще
Ну, кто-то подходил, что один подошел инвалид. Сказал, что я вроде позвонил, но мы не можем этого зафиксировать. Пришлось ему самому прийти. Вроде бы не погода, но вот на это вот. Ну, а так больше никаких не было, таких серьезных нарушений. Вот такие вот два мелких. Совместную работу члены избирательных комиссий с наблюдателями вели не только в помещениях для голосования. Для тех, кто не мог посетить избирательные участки по состоянию здоровья, было организовано выездное голосование. Заявки на него начали приниматься за 10 дней до дня выборов и прекратились за 6 часов до окончания голосования. Для проведения процедуры выездная группа использовала специальные переносные ящики для бюллетеней. В основном вызывает, конечно, бабушки, старенькие, которым тяжело ходить, но также люди, которые заболели и по какой-то причине не могут попасть на избирательный участок. Для них мы привозим урну, привозим избирательные бюллетени, чтобы они могли проголосовать на дому. Вот на данный момент мы объехали уже 23 квартиры, все проголосовали, испорченных заявлений не было. Для проведения выездного голосования членам избирательной комиссии выдается определенное количество бюллетеней, рассчитанное по принятым заявкам. Переносные ящики опечатываются утром одновременно с урнами для голосования на участках. Наблюдатели, присутствующие на выезде вместе с членами комиссии, должны следить за ящиками и правомерностью проведения процедуры голосования. Здравствуйте, с избирательной комиссии на дом вызывали? Пришли, вот, чтобы вы проголосовали. Да плохо себя чувствую очень. Голова сильно болит, давление вот у меня сегодня. Лекарство выпила, вот легла, полежала. Думаю, сейчас встану, буду собираться потихонечку, схожу. Вот, и вы сами пришли. Большое спасибо. Большинство принятых в день голосования заявок было от пожилых людей по причине плохого самочувствия. Благодаря работе выездной группы они смогли проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор. Последние сознательные граждане спешат проголосовать. Избирательные участки ждали их до 8 часов вечера. После – одна из самых ответственных процедур – подсчет голосов. За всем этим следят наблюдатели от партии, кандидатов и нашего телеканала. Работа, личные дела или иные непреодолимые обстоятельства, в числе которых не на последнем месте дождливая погода, помешали многим горожанам прийти на свой избирательный участок утром или в течение дня. Ряду сознательных граждан пришлось голосовать уже вечером, ближе к закрытию голосования на выборах в Госдуму и Совет городского округа. Они в этом году стали последними, кто принял участие в определении будущего страны в целом и Кумертау в частности. Надо обязательно ходить и голосовать, потому что это наше же будущее. Что потом не было самой к себе претензий, что не исполнил свой гражданский долг, не проголосовала, не изъявила свое волеизъявление. Избирательный участок номер 448 – один из немногих в городе, на котором действовали электронные урны или комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБ. Устройство принимает листы бюллетеней по одному и сразу на специальном табло автоматически отображают их общее количество. Использование такого инструмента несколько замедляет процесс, однако на практике участок особых затруднений не испытал. Население, на удивление, сегодня в такую ненастную погоду – до обеда, скажем так, в основном люди пожилого возраста. После обеда люди молодые. То есть была очень хорошая явка. Молодые люди успели проголосовать и до закрытия избирательного участка номер 450. Каждый человек должен приходить на выборы. Это как бы его долг. А вот если бы не пришли, совесть мучила бы? Думаю, да. Закрылся избирательный участок 450 согласно регламенту в 8 часов вечера. Выборы у нас проходили очень активно. Люди шли, слава богу. И несмотря на погоду, процентное соотношение очень хорошее. Я думаю, что вот у нас до вечера люди шли. Если в других выборах как бы наплывами, то сегодня целый день вот люди идут и идут и идут. После закрытия члены участковой комиссии подали списки избирателей, число которых должно совпадать с количеством комплектов бюллетеней в урнах. За процессом бдительно следили наблюдатели. Нарушений пока никаких не выявлено. Будем ждать подсчета голосов. Будем смотреть. Ну, члены комиссии ведут себя адекватно, все хорошо, никаких замечаний нету.
Мы за честные выборы. Для этого мы здесь находимся. Инициативные граждане. Однако уже при подсчете голосов у ряда наблюдателей все же возникли разногласия с членами участковой комиссии. Дело в том, что списочное количество явившихся избирателей оказалось больше того числа, которое насчитали наблюдатели. Вопрос удалось урегулировать. В итоговом протоколе списочное количество все же совпало с числом бюллетеней в урнах. Тем не менее, один из членов комиссии письменно составил особое мнение, а наблюдатель подал несколько заявлений председателю. Что касается территориального избиркома, то на момент записи интервью с председателем, а это был 16:00, заявлений о нарушениях в комиссию подано не было. Небольшие замечания были в процессе голосования непосредственно участковых избирательных комиссий, но они решались, исправлялись эти замечания на месте. Прямых обращений и жалоб в территориальную избирательную комиссию не поступало. Что касается явки избирателей на этих выборах, то на момент закрытия участков она была в пределах 55%. Выборы – чуть ли не единственный инструмент, при помощи которого простой человек способен повлиять на будущую политику государства. Нынешние выборы определят дальнейшее развитие страны, равно как городского округа Кумертау, как минимум на ближайшие 4 года. К чему приведет сознательность большинства и чем обернется равнодушие некоторых, узнаем совсем скоро. Сергей Николаев, Владимир Антошкин, Амир Кедрасов, телекомпания «Арис». В Кургазинском районе состоялись выборы депутатов не только в Государственную Думу России и местный совет, но также прошли повторные выборы в Шибагирский совет сельского поселения. В селе Айсуак Кургазинского района, так же, как и в других регионах России, помещение для голосования открылось в 8:00 утра. По федеральному списку на сельском избирательном участке номер 2501 было зарегистрировано 1010 человек, по районному 1026. Выборы идут спокойно, в спокойной обстановке. Так активно участвуют жители нашей села. Но мы на хлоп ждем еще к району обеда 12, вот от 12 до часу. Думаем, выборы пройдут спокойно, хорошо. Несмотря на дождливую погоду, в других селах района избиратели активно участвовали в голосовании. В селе Ермолаево на участке Советский номер 2499 всего по списку избирателей было зарегистрировано 1221 человек по выборам в Государственную Думу и 1249 по районному списку. По мнению председателя участка, явка избирателей на выборах в этом году лучше, чем в прошлые годы. Всего на момент проголосовало 130 избирателей. Ну, люди подходят, несмотря, конечно, на погодные условия. Ну, обстановка, в принципе, спокойная. Ну, люди с удовольствием, мне кажется, приходят. У нас вот буфет работает. Люди покупают. С детьми идут. И пенсионеры идут. Ну, в общем, все хорошо, все спокойно. После закрытия всех участков района было произведено тщательное распределение и подсчет бюллетеней. На сегодняшний день стали известны результаты голосования. О них сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Ирик Мухаметшин. По результатам выборов в Государственную Думу «Единая Россия» набрала 64,4%, «Справедливая Россия» 9,22%, ЛДПР 8,34% и КПРФ 7,85%. По одномандатным округам явка составила 63,3%. Быгускаров Зариф Закирович набрал 65,72%. Кутлугужин 5,67%. И Сарбаев 14,94%. В районный совет были избраны все 15 депутатов. Несмотря на ненастную погоду, явка по району была высокой. Председатель территориальной комиссии поблагодарил всех избирателей за то, что они пришли на участки и с ответственностью отнеслись к голосованию. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.